Всем привет! Сегодня очередной баг, я не знаю, можно назвать багом, или может это просто ошибка перевода, локализации, либо еще чего-нибудь. В принципе, или просто опечатка даже в том же, ну, как бы, вариант. Я думаю, многие об этом знают, но, в принципе, есть такая вот фишка, как при событии богинь, да, вот есть событие на богине мелодии F, и вот мы также смотрим награды, да, и в наградах есть такая вот достигнуть 400 очков для получения 30 кусков. Например, в молотках это 200 очков, а в богинях это 400 очков. Но суть в чем? Суть в том, что достигая всего лишь 200, вы также получите эту награду. То есть вам достаточно всего лишь получить. Ну, я просто бью специально, чтобы показать. Вот 200 очков. Все, и мне придет постфактум награда. То есть сразу я получу только награду там за рейтинг, за место, ну куда я там попаду с 200. Ну вот сейчас в начало я попал, ну в принципе потом слечу, естественно. Но я получу еще дополнительно вот этих вот 30 кусков, вот эту награду, которая за 400 очков, я получу вот эти 30 кусков и 100 позже. То есть закончится акция. Пройдет 2 или 3 дня, и вот здесь вот в благах будет такое, типа, незабранная награда. Появится незабранная награда, как бы я забыл ее забрать, и вот там вот мне дадут вот этих вот 30 кусков. То есть, в принципе, такой, скажем, лайфхак, баг, не знаю, я опять-таки говорю, опечатка. Может, здесь просто должно быть написано «достигнуть 200 очков и получите награду». Возможно, это опечатка. Многие уже о ней знают, многие мне писали, многие уже давно используют это. Ну, в принципе, я думаю, что все имеют право этим пользоваться. То есть не обязательно набивать все 400 очков, вы просто набиваете 200 и получаете своих 30 кусков в награду. Бонус. Как бы на халяву. Такой небольшой прикол, как сказать. Ну, в принципе, немножко упрощает сбор, поэтому, ребята, пользуйтесь. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.